Увидел видео по интернету, когда в Александровке дедушка несет внучку и на руках, ну, уже погибшую, со слезами. Ну, видно было по видео, то, что истерика. Он говорит, все, мне незачем просто-напросто больше жить. Убила всю семью. И вот он, все. Мне... И человек просто кричал от горя. Развернулся, было 200 гривен, что-то там в кармане. Взял сумочку. Ну, приехал сюда. Вступил в ряды шахтерской дивизии. И, так сказать, уже начали это. В армии я не служил. К боевому какому-то этому никакого не имею отношения. Как они там пишут или рассказывают, что тут русские и все остальное. Ребят, да, здесь просто те люди, которые не хотят мириться с вашим беспределом и не хотят мириться с тем, что вы творите. Ведь если сейчас вот уже так поговорить, спустя 6 лет, вы обратите внимание, что они там творят. Говорят, продажа наркотиков взлетела до небес, экономика упала, работы люди в основном найти не могут. Если так посмотреть, в основном Украина, с Украины все уезжают, кто в Литву, кто в Польшу. Вот чего добились. И обыкновенные люди, это, ну, которым ехать некуда, да, конечно, они уже просто смирились с этим и живут. Но то, что творят те там товарищи именно, ну, это просто караул. Да, у нас тоже в республике не все сладко, но у нас война, у нас блокада. И спасибо Российской Федерации, Владимиру Владимировичу, Путину, то, что помогают, поддерживают. А у них же там, вы посмотрите, со всех сторон, там, Европа, по идее, должна помогать. Ну и где эта помощь? Нету ее просто-напросто. Нас как убивали, так и убивают. И как бомбили, так и бомбят. Ну, мирное население страдает. Выстрелы практически каждый день. Но это сейчас с этим перемирием там чуть-чуть успокоилось. Ну, все равно не верю, потому что это уже 1000 раз было. Это затуманенные рассудки, которых обманули. И обманули очень, очень сильно. А как мы будем смотреть своим предкам в глаза, если мы этот, вот, у меня дед получается участник Великой Отечественной войны, как я ему в глаза буду смотреть, если мы не добили, получается, эту черную чуму? Вот. Ведь они, ну, сражались за родину, а сейчас пытаются просто-напросто, господа украинцы, переписать историю там своих этих идейных Бендеру или это. Ребят, ну, почитайте повнимательнее, что вообще, кто такой Бендера и это, какие же они там это. Это пособники Германии, Гитлера. Вот. А то, что сейчас пытаются вот это вот обмануть, что этот, да никакие они не освободители, они предатели, враги и все остальное.